с условиями, которые нам предлагает биржа. Итак, перевести между обмен валютой между счетами. ВТБ предлагает 76, это то, что предлагает ВТБ. Давайте посмотрим обратную конвертацию. Рубля 15 копеек предлагает рубля и живу. Давайте посмотрим другие. Выбираю рублевый счет, перевод на поменять, то 75 рублей 74 копейки мне предложат. В обратном обмене 73 рубля 74 копейки. Банк. Что же нам предложит самый крупный банк? Пробуем. Перевод с рубля. Курс ВТБ 76.25, Альфа предлагал 75.70. Смотрим, что нам предложит, если переводить обратно. Рубля получает 3. Теперь давайте посмотрим, каков инвестиций, но просто для примера у меня есть ряд других. То есть курс заметно интереснее, если Сбер предлагал 76.40 в Альфе, здесь все-таки существенно выгоднее, существенно. С, вот видите, один лот, $1. Чтобы это получилось, надо снять сегодня в любом пополнить счет. И со своей карты на брокерский счет я могу перевести по 74,8. Не хочу со Сбером посетить $100 по этому курсу. Вот да, она чуть-чуть ухудшает курс. У нас получается итого вот в данный момент уже 7503, которую запрашивает долларов. 74,82 плюс 20 дешевле, вкуснее, нежели. Это, конечно, кто-то скажет, что ну как-то это слишком заморочено, но это и понятно, если вы меняете 50, то эта разница уже может быть весьма и весьма существенной. 86 в то время как 3 рубля 74 копейки. Вот, можем получить заметно более выгодный курс, 127 долларов на счету. Вот. Второй шаг, я захожу в раздел доллары, покупаю доллары, и клавиш, и мы получаем гораздо более выгодно на более выгодных условиях.